Итак, ребята, Светлогорск, курорт Балтийский. Сюда, кстати, очень хорошо и осенью приезжать, как вы видите. То есть вовсе не обязательно. Курорт это купаться, курорт можно еще просто гулять и любоваться окраинами, абстрагироваться для них, зависать, залипать. Вот все сделано для людей, как вы видите, все аккуратненько, чистенько. Янтарь покупать вовсе не обязательно. Внимание на то, что вот на вот этом центральном блинной под названием Лукоморье, который встречает нас вот такой вот говорящей надписью «Блин не клин и брюхо не раскроет», с чем сложно поспорить, в общем-то, противоречить. Но блинный я не могу это назвать, потому что максимум, что вы можете сделать с блином, это полить его сгущенкой. Ну, столовая, так или иначе, хорошая, потому что гостей здесь всегда хватает, а спрос ожидает предложения. Это закономерность рынка. Это имейте в виду. Сейчас вы уже можете готовить свои, значит, фоторужье, фотоаппараты, чтобы уже начинать фотографировать главную жемчужину Светлогорска, водонапорную башню. Ну, а я все-таки хочу, чтобы мы прошли через этот флигель и перешли через дорогу, потому что виды более фотогеничные будут открываться через дорогу. Ну, попутно фотографируйте. А я напоминаю, через дорогу. Вот, часы солнечные в Светлогорске. Типа как время показывает солнечное. Вот я сам. И само море Балтийское. Вот, вот Солнечногорск, Балтийское море.
Вот когда здесь я был, вот этих вот пеньков не было. Были только продольные, и то они были старенькие очень. Вот здесь набережная гуляльная. Кукуруза волшебная продается здесь. Шторм на море, песчаный, естественный белый песок, красота, тоже курорт, почему бы и нет. Не все же Сочи-то, ребят, не все же Сочи же есть, можно и сюда ездить. Так ведь, чаечки-кончаечки летают, волна накатывает, успокаивает нервы. Вот, кстати, здесь есть такая вот забава. Вот по этим столбикам забраться до самого конца, развернуться и вернуться, не упав в море, естественно. Вот. Я это делал, кстати, 3 года назад, в 2018 году. Хи-хи. Вот так. Ребятишки, приезжайте в Калининград. Туризм, насколько вы знаете, не идет в минус жизни. Всем добра. Вот. Я сам. Всем добра. Вот интересный арт-объект. Вот такой вот интересный арт-объект, который нужно потрогать. Естественно, только мужскому населению трогать можно. Да. Вот это вот наша такая интимная нота нашей прогулки. Мы видим с вами прекрасную полуобнаженную женщину. Там же кафешка. 1938 году построен. Это наша скульптурная композиция известного очень деятеля искусства скульптора немецкого Германа Брахе, который отлил ее, как я уже сказал, в 1938 году из бронзы, а самое главное, прозвал ее.